Всем доброго времени суток, дорогие друзья и подписчики моего канала Отличник Лайв. Сегодня вы попали на мой новый видеоролик по проекту Amazing Online. Как вы знаете, перед 9 мая, я уже, конечно, запоздал, потому что конец месяца, у меня были какие-либо другие дела. Я на эту тему видеоролика снимать не буду, потому что обновление уже отсняли все, кто могли. И я лишь хочу сказать, что если вы хотите попробовать поиграть на новом проекте, на новом, потому что он обновленный, Amazing Online, вам необходимо перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться, скачать лаунчер и непосредственно выбрать сервер для игры. Пусть это будет Azure, Red или какой-либо другой сервер. И не забывайте вводить мой промокод Левонти. На 5 уровне он вам даст 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этого вам хватит, чтобы купить неплохую квартиру и автомобиль для своего развития. И в сегодняшнем видеоролике суть будет такова, что я приобрел на свой телефон зеркало антишпион. То есть, если его вот так крутить при повороте угла, будет теряться изображение. И меня это натолкнуло на такую мысль, в связи с тем, что я творческий человек, заснять ролик и последить за игроками. Но при этом это будет не как ролик с обычной слежкой, это будет ролик со слежкой, со вмешательством. То есть, это будет слежка с вмешательством с моей стороны. То есть, если я увижу, что у человека какая-то возникла проблема, я буду либо плохим полицейским, либо хорошим полицейским, но зачастую все-таки, наверное, хорошим. Если кто-то будет попадать в какие-то неловкие ситуации, и я увижу то, что я реально могу помочь, я помогу этому игроку. И сегодня мы так пошпионим за игроками. Я надеюсь, вам этот ролик понравится. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и прожимайте колокольчик, если вы хотите получать уведомления о моих видео самыми первыми. Мы начинаем. Итак, мы наконец-то переместились в игру, и давайте таки займемся нашим делом. Сейчас пошел дождик, в принципе, погодка поменялась, я никак на это не воздействовал. Первоначально заберем наши денежки с промокода. Опять-таки, не забывайте его вводить, уже 1700 использований, давайте добивать эту сумму. У меня сейчас на балансе 4 700 000, притом все эти деньги я получил за счет только промокодов. У меня, к сожалению, не осталось дома, он слетел, потому что я давно не заходил в игру. И тут уже попутно добавили, как вы видите, Amazing Pass и все остальное, что связано с обновлением. Но суть ролика такова, что мы будем следить за игроками и помогать им. Но для этого добавим чуть звука, наверное, потому что, у меня что-то звуки вообще тихие в игре. Как вы видите, еще меню обновили, сделали ее намного удобней. Также можно тут всякие настройки поставить интересные, но я пока ничего делать не буду. Мы будем просто следить за игроками. Итак, второго нет. Вот, первого нет, точнее, второй есть. Так, это какой-то ивент у них. Это ивент на 9 мая, который сейчас до сих пор идет. Они играют. Помогать им тут ничем не смогу, не буду. Так, это что? Это просто АФК стоит чел. Так, это тоже ивент какой-то с металлоискателем бегает чел по тропинке, по какой-то вообще в лесу. Чем-то он занимается, но я думаю, нам он ничем не поможет. Тут старуха сидит, чалится, у нее какие-то там крема, Лев Толстой, Война и мир, том. Какой там том, 15-й? Что? Походу, да. Газетка Коммерсант. А там что у газетки у этой? После нас хоть под... Ой, непонятно, что-то, ладно. Проснулась. Так, тут чел летит, он работяга, у него обычная газелька. Даже украсили, видите, маппинг поменяли на 9 мая, все поставили. Ну тут чел просто едет, ему ничем особо не поможешь. Так, два типа стоят, друг с другом общаются. Ух, ё, разговоры. Ну, давай так же, значит, за 30-ку куплю. Так, ладно. Я им мешать не буду. Ребята хорошие. Они там чем-то занимаются, продают друг другу что-то. Так, Джулия Мур. Стоят, номера выбивают. Ой, какой милый голосок. Тяночка чисто. Так, ладно. Так, тут АФК. О, пацаны хасанят. Ну, я им, кстати, могу помочь. Я им могу помочь. Но, типа, починиться, да? Так, ну а как им помочь? Ну, просто тэпнуться, наверное.
А, они уже чинятся. Ну все, я им ничем не помогу. Министр правительства вам дать таблеточку. Так, суета какая-то. Так, ну тут за ними даже не пос... Ну хотя давайте посмотрим, куда они поедут. По идее, куда-то далеко они должны ехать. Кучу всего понаобновляли, ребята. Так. Не, ладно, я шпионить за ними не буду. Так, вот тут какая-то суета. Музыку слушают. Тут чел стоит на лодке. Тут АФК стоит. О, Саша Герасимович. Так, тут тоже АФК. Тут тем более. На казахских номерах буханка. Звучит как хайп. Так, тут понятно все. Тут понятно. Тут семейная пара. Ох, какой мерс. Понятно. Ага. О, два зэка. Ну, что сказать. Гачи-мучи. О, давайте проследим, что они будут делать. В сине работает чел, кстати, на третьем ранге. Но куда-то вот они едут сейчас на данный момент времени. Куда-то они спешат. Интересно, у них машина, по-моему, семейная даже, да? Или не семейная, скорее всего, нет. Потому что у них типа есть эти неймтеги семейные. Но тачка должна быть, по идее, с номерами под названием семьи. Это просто их чья-то машина. Ух, ё. Сейчас давайте напишем этого имени. Че, ваш ОФК вышел? Так, ладно. Неинтересно, неинтересно. Понятненько. Опять рынок, суета. Что происходит у ребят? ОФК вышел. Неинтересно. Чё, грузовик моет в озере? Ага. Сколько лет? Отцы именно в рялке или нет? Вот информация похуй вообще, блин, понятно. Отцы в рялке 12. Понял. А что здесь играешь на вот этом проекте? Не знаю, блядь, просто охуенный проект. Пиздатый. О, вот все, стоим фазы. Что значит охуенный? Тут РП на уровне этого, блядь, коленки и бомжа. Okay. Ну, блядь, я-то согласен, конечно, вот то, когда ты нахуй ходишь просто в больничке, нахуй. Вот у тебя ВК есть. Вот сюда, да. Слышь, чё, парни? Отпиши. Слышь, чё, парни? Парни. Да, вот сюда, да. Чата. Парни. А как? Чё? Отца, блядь, когда есть... Инфа, стойте, а как это произошло? Я же не писал ничего, почему... Как так сделать, чтобы отправилось? Отцы, админы могут написать, типа, слэш фейк, типа, закрой рот, запятая, транс и интер, блядь. Отцы, инфа, ебать, я... Я обосрался, я думаю, что это такое? Если когда ты нахуй в маске, тебя просто берут нахуй и вяжут, блядь.
И знаете, такие докторы, давайте нахуй снимите с него, блядь, маску, может это он... Ну это уже он сам написал. Типа, блядь, когда... Ай-яй-яй. Кашляет, ёпта. Отцы, блядь, когда тебя нахуй вяжут, потом только, сука, снимают маску, говорят, а, да, это он, блядь. Вот все они, которые меня вяжут, блядь, они не проверили мой паспорт и уже удостоверяются то, что это я, блядь. Охуенно нахуй. Вот вся инфа, я отыграл, что у меня нет паспорта с собой, а чел говорит, что достал паспорт из левого кармана. Вот сэ, блядь, я который, смотри, я который только хочу сказать, он такой нахуй. Блять, он типа берет нахуй, начал ощупывать человека против. Хотя, блять, какого хуя мужик, блять, начал бабу, сука, общупывать. Так-то, блядь, ПРП, он не имеет права даже, сука, меня трогать, нахуй. У меня неприкосновенность есть у скинов бабских, блядь. Их имеют право вот, только, блядь, женщины, блядь, мусора. Не, ладно, это трэш уже. Такое писать. Это без комментариев. Скажешь, что ты представлял угрозу? Раздел, ма. Офигеть, толканы. Это будет стоить 40 тысяч, чтобы вылезть. Ух, ё! Ух, ё! Ух, ё! Не, вот. На призыв приезжайте. Смотри, что за новостями. А как долго еще призыва не будет? Вот, Сэн, напиши команду slash news и посмотри. Закрыл. Ладно, не буду ему малину портить. Ну все, ребята, вы, в общем, за всеми посмотрели. Чуть пошпионили, конечно. Но все равно не так красочно, как я себе это представлял. Не забывайте регистрироваться по промокоду. Вводите промокод Леонтий. И всем до новых встреч. Всем пока-пока. Ну что, ребята, вот такой вот видеоролик получился. Если вам понравилось, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну и в свою очередь не забывайте о том, о чем я уже толдычу вам сотый видеоролик. Это промокод Леонтий. При вводе его на 5 уровне вы получите 100 тысяч рублей. На 10 уровне 200 тысяч рублей. Все, ребятки, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ты ебанушка! Ты че сделал? Да ты что знал? Ты семь, ты порядок пострелил. Где?